Всем привет! Несмотря на наступивший Новый год, наши велосипедисты, конечно же, запасаются велорезиной. И сегодня речь пойдет о всем давно полюбившемся бренде. Это будет Michelin. Мы поговорим о покрышках, которые будут верно вам служить как зимой, так и летом, везя вас по бездорожью, грунтовке и твердым покрытием. Итак, подробнее. Что хочется сказать об этой покрышке? Очень необычный протектор. Необычный он чем? Тем, что средние шипы, они присутствуют, но они намного меньше, чем боковые. Обычно практикуется, если это универсальная резина, то делают либо практически сликовую серединку, ну, либо уже такую злую, настоящую зубастую. В данном случае, вот в этой покрышке, которая называется Country Racer, сделали интересное сочетание. Средние шипы, такие небольшие, которые, конечно же, будут вас держать на грунтовке, и боковые, такие серьезные, огромные, которые хорошо будут цепляться за боковушку и удерживать вас на кромке, если дорога неровная. Чем еще замечательна эта покрышечка? Она очень легкая. Сейчас мы при вас ее взвесим, и вы в этом убедитесь. Итак, взвешиваем покрышечку. Ну, учитываем, что там есть наклеечка небольшая, и тем не менее. Вот они, 680 грамм. Вот те 10 грамм, которые весит наклейка, как раз они и пошли на поправочку. Вот такая прекрасный вес. Действительно, реально легенькая покрышечка, легко будет монтироваться. Ее здорово брать с собой в дорогу, как запасной вариант, потому что она будет легкой и в то же время будет хорошо выполнять свои функции. Вот такая покрышка. Конечно же, это фолдинговая покрышка, вот такая. Вот такая покрышка, она будет прекрасно с вами путешествовать, как запасной вариант, и, конечно же, служить вам в дороге. Ну и о том, что всегда очень ждут наши поклонники на обзорах, это, конечно же, возможность посмотреть, где же сделана эта покрышка. Ну, во-первых, у нее есть направленность, это тоже важно учитывать при монтаже. То, что здесь написано на наклейке, что бренд французский и так далее, мы покажем сейчас наклеечку более крупно. Это все прекрасно, но сделана она, мы сейчас вам это продемонстрируем. Ну, размер 26×2,1, 54559, здесь какие-то свои символы о производстве. И с обратной стороны ищем. Ага, то, что в описаниях очень редко показывается почему-то именно на эти покрышки, это давление, на которое рассчитана эта покрышка. Ну, давайте озвучу на всякий случай. Это от 2 атмосфер до 4 атмосфер вот качается эта покрышка. Ну и все-таки, где она произведена, я-то это уже знаю. Но хочу показать вам. Она сделана в Таиланде, Made in Thailand. То, что написано на покрышке, это самая верная информация, и, в общем-то, она всегда соответствует действительности. Ну, вот такая покрышечка славная, очень даже легенькая. Она, конечно же, понравится многим нашим велосипедистам, а та цена, которая сейчас на нее озвучивается, будет лишним доводом к тому, что она нужна. Ну, а вас мы приглашаем к себе в офис. Мы всегда рады видеть вас, слышать вас. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш видеоканал. У нас впереди еще очень много интересных видео.